футбол играют при любой погоде. Поле, конечно, было мокрым после ночного дождя, но солнце помогало игрокам держаться в форме. Команда жителей Сочи – это, по сути, ветераны спорта, которые достаточно часто играют в футбол. Состав административной команды не настолько профессиональный, тем не менее уступать никто не хотел. В рамках подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедерации мы уделяем особое внимание популяризации спорта, популяризации здорового образа жизни. И таким образом решили провести товарищеский матч также и в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Два тайма по 25 минут. И первым счет открывает представитель команды жителей Сочи Владимир Лукьянов. С точки зрения профессионала, ну, стандарт угловой, как бы хорошая подача. Я защитник подключился и забил. Благодаря хорошему пасу, в первую очередь. Через несколько минут ответный гол со стороны административных служащих. Со счетом 1-1 завершается первый тайм. А уже после перерыва игра становится более оживленной. В ворота администрации города попадает 4 мяча. Есть профессиональная футбольная команда, много любительских команд, детский центр хорошо развивается. Поэтому мы рассчитываем, что это будет показательный матч, а в дальнейшем это примет добрую традицию приходить сюда и играть с жителями. Играют ветераны спорта постоянно и много лет подряд, поэтому со счетом 4-2 в их пользу игра заканчивается. И в награду футбольный мяч для дальнейших тренировок. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.